22 января в свет вышел первый номер этого года районной газеты «Новый Займ». Она вновь с читателями и по-прежнему в курсе событий. Мы хотим поблагодарить наших верных читателей, которые оформили подписку на 2021 год, на первое полугодие, а также благотворителей, которые приняли активное участие в благотворительной акции «Подари подписку». В этом году, помимо традиционных рубрик, газета «Новый Зай» подготовила для читателей и ряд новых интересных проектов. Планируем возобновить рубрику «Вопросы-ответы». То есть наши читатели могут задать вопросы, а мы получим официальные ответы у руководителей и специалистов. Для привлечения молодежной аудитории мы начинаем, у нас стартовал проект наш газеты «Новый Зай» – это «Вперед, молодежь». Также мы будем в этом году рассказывать о редких профессиях разных. Первый как раз в этом номере у нас появился рассказ об интересном человеке, егере, который проживает в селе Гулькино. Также будет очень много интересных публикаций в рамках года родного языка и народного единства, который объявлен в Татарстане, и года родного края, который был объявлен у нас в Заинском муниципальном районе. В свежем номере газеты читатели ждут публикации о первенстве ПФО по лыжным гонкам, о том, как зайцы отметили крещение. Вы узнаете, кто первым зарегистрировал брак в новом году. Также журналисты посвятили полосу исторической личности Заинска, талантливому хирургу Михаилу Никифорову, в честь которого названа одна из улиц города. В свежем номере еще много чего интересного. Читайте и подписывайтесь на любимую районку. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Заинска.